Друзья, всем привет! Наконец-то подошло время подвести итоги нашего летнего конкурса обзоров, но перед этим хотел сказать спасибо от лица всей команды Enjoy Smoke. Всем тем, кто принимал участие, пилил обзорчики, вы все молодцы. Кто не победил в этот раз, не расстраивайтесь, поднимайте свой скилл копирайтинга, таких конкурсов будет еще много, и вы сможете попытать свою удачу снова. Итак, давайте перейдем уже к победителям. Третье место занял Егор Сидоров со своим обзором на механический мод Nomad от Maxology. У него получился довольно хороший обзор, хорошие фотографии, все лаконично и по делу. Сертификат на 1000 гривен твой, поздравляем. Второе место занимает Эндрю Рандон со своим обзором на сетапчик Vismec 2/3 и Mad Dog. Много фотографий, все детально описано, указаны все плюсы и основные минусы Vismec. Сразу видно, что человек достаточно долго пользуется этим устройством. Сертификат на 2000 гривен твой, мои поздравления. И первое место занимает мужчина с ником GraphRoss и его обзором на бюджетную версию платы DNA в Упу Драг с лозунгом «So hard, so big». Я думаю, что большинство отдали свои голоса за этот обзор именно из-за фотографий внутри, потому что обзор с технической точки зрения хоть и неплохой, но по моему личному мнению и восприятию он не дотягивает до первого места. Есть обзоры и более детальные. Но, как вы видите, подача и стиль здесь решают. Отдельный лойс тебе за креативность, сертификат на 3000 гривен твой, поздравляем. К нашему большому сожалению, на этом этапе конкурса, как и на предыдущем, снова были недобросовестные участники, которые занимались накруткой голосов и были отстранены от участия в конкурсе. Так как невозможно проголосовать за свой собственный обзор, но можно дизлайкнуть всех остальных, такие пользователи создавали аккаунты-клоны и продвигали самих себя. Видимо, они действительно не заслуживали внимания, раз пришлось стараться своими силами. Их действия были довольно очевидными, и такие пользователи были обнаружены, и их обзоры и деструктивные действия по отношению к чужим обзорам были удалены. Чтобы забрать свои призы, отпишитесь нам на почту, которую я оставлю ниже в комментариях. А на этом у меня все, всем спасибо, пока!